Здравствуйте, это прогноз погоды на АТВ. Меня зовут Лиана Щетилина. Я заслуженная артистка Бурятии и актриса Русского драматического театра имени Бестужева. Сейчас расскажу, что нас ждет за окном в пятницу 19 апреля. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам солнечно. Днем ожидается потепление до плюс 10, ночью по-прежнему минус 9. Скорость ветра 4 метра в секунду. В южных районах малооблачно, без осадков, днем плюс 13, ночью минус 6. Порывы ветра до 5 метров в секунду. В западной части Бурятии облачно, возможен небольшой снег с дождем. Днем плюс 9, ночью минус 1. Скорость ветра 9 метров в секунду. В Улан-Удэ облачно, днем плюс 14, ночью минус 3. Порывы ветра до 7 метров в секунду. Мы ждем вас в гости, ведь главное событие в театре – это встреча с вами. Еще увидимся! Улан-Удэнский ЛВРЗ приглашает на работу токарей, операторов станков с программным управлением, фрезеровщиков, маляров, электромонтеров, сверловщиков. Опыт работы не требуется, обучим каждого. Компенсация авиа- и железнодорожного проездов. Санаторно-курортное лечение работников и членов их семей. Отдых детей в детских лагерях. Адрес: проходная ЛВРЗ, улица Лимонова, 2Б.